Доброе утро, Украина! Это дядя Шора и мой прогноз погоды на пятницу. Сегодня день будет не таким пасмурным, как вчера. В Киеве небо прояснится только к вечеру, но по-прежнему прохладно, плюс 13. Зонтики не понадобятся. Прояснения возможны и по всей территории центральной Украины, но преимущественно пасмурно. 13-15 тепла, дождя не будет. Останутся облака и на северных территориях. Здесь плюс 15. Ненадолго появится солнышко и на востоке. В Луганске плюс 16. И без осадков. Облачно и на западе. 16-17 градусов тепла. Ночью возможен мелкий дождик. Но мелкий. Безоблачно только в Ужгороде. Грустишь, братишка? Да, с рожками тяжело. В южных регионах по-летнему тепло. 17-18 со знаком плюс. В Николаеве распогодится. Все тучки переместятся в Одессу. И дождя не будет, по данным синоптик UA. Народная примета. Если утром вы проснулись со своим шефом, это к повышению. Это был дядя Жора. Я желаю всем хорошего дня и солнечной погоды. Пока!